4 областях Казахстана разрешат отстрел сайгаков. Правда, охотиться на них будут исключительно в научных целях. Соответствующий проект постановления опубликовала Минэкологии. Согласно документу, из общей популяции планируется изъять 1815 парнокопытных. Разговоры о необходимости регулировать численность степных антилоп возникли после резкого роста их количества. Фермеры стали жаловаться, что дикие животные вытаптывают поля и пастбища домашнего скота. Однако после долгих обсуждений и возмущения общественности мораторий на отстрел продлили до конца этого года. А новое постановление устанавливает лимит на изъятие только для научных целей. Так, в Акмолинской области разрешили отстрел 705 голов, в Карагандинской – 700, в Костанайской – 210 и в Западно-Казахстанской – 200 голов. Ученые говорят, никакой опасности это изъятие не несет. Изучить животных можно только таким способом. Это капля в море. А такое количество необходимо для составления выборки. То есть для того, чтобы данные были более точные, то есть судить о состоянии популяции, о его здоровье, морфофизических параметрах, нужно не одно животное, а несколько, то есть не менее 100. Тогда можно говорить о точности выборки.